В нейрохирургическом отделении Владивостокской клинической больницы номер 2 закончился капитальный ремонт. В помещении установили новые системы отопления и водоснабжения, изменили потолки, обновили стены и электросети. Здание вздохнуло с облегчением, а вместе с ним сотрудники и персонал медучреждения. Ну, до ремонта здесь просто была разруха. То есть в палатах очень некрасиво. Вот процедурный перевязочный кабинет и тот же коридор, все обшарпано. Сейчас, естественно, все делали прекрасные панели. То есть мы не видим того безобразия, которое было. Все прекрасно, красиво. В кабинетах, вот, которых манипуляционных, нам сделали кафель под самый потолок. До этого у нас как бы такого не было. Это как бы капитальный ремонт, не косметический. Вот он через 40 лет после строительства, 42 года после строительства больницы случился. Поэтому, конечно, качество пребывание здесь, оно накладывает уже на, так скажем, вызывает такую определенную радость и в работе. Или приходить смотреть на обшарпанные стены, там, которые что-то подкрасили, замазали, или на вот, то, что есть. Преображение началось в феврале. Тогда перед рабочими была поставлена задача полностью изменить и улучшить облик тысячекоечной, так как капитальный ремонт здесь не проводился уже около 40 лет, практически с основания больницы. Теперь пациенты нейрохирургического отделения будут проходить лечение в более комфортных условиях. Кирилл Самойлов, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.